а им КФГ не существует. Как бы вы ни пытались настроить свой конфиг, он никогда не станет АИМ, и уж тем более он не станет приватным. Чтобы конфиг действительно что-то решал, вам придется прибегнуть к запрещенным методам. Когда вы спрашиваете у игрока на сервере КФГ, вы реально думаете, что вы будете тащить как он? А вы не учитываете его опыт, его интернет. АИМ КФГ — это настройки, сниженные на минимум. И снижены они только в игре. А как же настройка видеокарты? Вы не думаете об этом, когда покупаете, да? АИМ КФГ за вас видеокарту не настроит. Все, что сделал АИМ КФГ, это дал вашему компьютеру сигнал, чтобы он использовал меньше ресурсов для воспроизведения, и поэтому вы и ощущаете легкость. За счет чего вам и кажется, что АИМ КФГ решает. Оптимизация это и называется АИМ КФГ. Оптимизация – это настройки, максимально выгодные для себя. Вот что называется АИМ КФГ. Вы настроили игру, чтобы она нагружала ваш компьютер как можно меньше. Стрельба как была, так и останется. Многое, кстати, зависит от стрельбы, настроенной на сервере. Если кто-то не знал, то стрельба у клиента и на сервере, она отличается. Выключите все лишнее, и вы получите свой АИМ КФГ. Все, что продается в интернете, все это ерунда. Ничего нового вы не купите и не узнаете. Прочитав пару статей, вы настроите точно такой же КФГ, что вам впаривают втридорого. Вы покупаете ничто. Вы можете сами нажать несколько клавиш и получить АИМ КФГ. Нельзя купить опыт. Запомните, ребят. Тащить можно и на стандартном КФГ. КФГ можно характеризовать двумя пунктами. Это ваш опыт и хороший стабильный интернет. Вот две критерии, что делает ваши просто настройки настоящим АИМ КФГ. Ну и про рейты не забываем. Если у вас они настроены неправильно, вас ни один КФГ не спасет. Конфиг – это ваши руки. Если у вас нет опыта в игре, если вы не умеете стрелять, вас ни один КФГ не спасет. Единственное, что может сделать конфиг, это сделать вашу игру более плавной и не лагающей. Стрелять за вас никто не будет. Если не умеете нажимать на ЛКМ, вас даже читы не спасут, ребят. Если вам дано зажимать и класть пол команды за одну обойму, вы будете стрелять зажимом. Вы не будете стрелять вантапами и давать минус 5 за 5 патронов. Ни один КФГ на это не способен. КФГ, что я купил, с этим КФГ я лучше тащить не стал. Либо я действительно настолько лох, что мне даже АИМ КФГ не помогает. Не знаю, сколько вам еще привести примеров, сказать намеков, чтобы вы поняли, что решает не КФГ, а решает опыт. Ну и смотря еще на каком железе вы играете. И еще такой момент, что длина от сервера до вас тоже играет роль. То есть, сидя в Москве, допустим, я не могу зайти на американский или французский какой-нибудь сервер, и у меня пинг будет 20-30. Нет, расстояние тоже играет роль. Я сказал все, что хотел. Кому и во что верить, решать, конечно же, вам.